В Ордынском районе на базе отдыха «Усть-Илиус» 8 июля состоится 7-й международный национальный фестиваль «Наши корни сделаны в Сибири». В этом году фестиваль посвящен Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Этот проект уже насчитывает много лет, проходит с 16-го года и стал для нашей области традиционным. Он ежегодно прирастает и новыми участниками, и направлениями. Увеличивается и количество национальных делегаций нашего региона, и количество зрителей. И если в 2016 году насчитывалось 11 делегаций и порядка 250 участников, то в этом году планируется 22 делегации и, соответственно, порядка 500 участников. За все годы проведения фестиваля у него сформировалась своя аудитория. Это люди, которым интересен фольклор, национальные традиции разных народов, да и просто те, кому нравится ярмарочная танцевальная атмосфера праздника. Фестиваль «Наши корни», он прежде всего, конечно, направлен на сохранение национальных традиций и приобщение жителей нашего региона к культурному наследию народов, которые проживают и на территории нашей области. Фестиваль в этот раз имеет некоторые особенности и будет отличаться от предыдущих новыми форматами. В программе фестиваля выставка и тематическая экскурсия краеведческого музея «Образы сибиряков. Свидетельство истории региона» о заселении Сибири в XIX веке, а также художественное чтение от Государственно-публичной научной библиотеки «Саран». Конечно же, в программе, как всегда, заявлены традиционные позиции, мастер-классы, игры и кулинарные знакомства. У нас фестиваль стоит на основе 3К – краеведение, культура и кулинария. Мы познаем культуру других народов, конечно же, через кулинарию. Мы пробуем разные шедевры, делегации представляют свои угощения, делятся рецептами. Культура. Без культуры мы ничего не можем сделать. Культура – это наш образовательный уровень, это наша семья, это та среда, в которой мы воспитываемся. И краеведение мы всегда хотим, чтобы была образовательная составляющая, потому что приезжают всегда участники и гости фестиваля с детьми. Наш девиз фестиваля – без прошлого нет будущего. Мы рассказываем нашим детям, мы передаем наши традиции. Организаторы фестиваля рады тому, что каждый раз удается создать праздник, который в первую очередь посвящен жизни людей и добрососедству. Так что для тех горожан, которые хотят провести выходной день на природе, да еще с возможностью расширить свой кругозор, поездка 8 июля в Ордынский район на фестиваль «Наши корни сделаны в Сибири» – это как раз то событие, которое украсит ваше лето яркими впечатлениями.